Судьи в Казахстане будут отбирать по-новому. Об этом рассказали на брифинге службы центральных коммуникаций. Теперь процедура сдачи квалификационного экзамена будет состоять из таких этапов, как психологическое тестирование, написание эссе, компьютерное тестирование на знание законодательства Казахстана и способность его применения на практике. Также претендента в кресло судьи проверят по экзаменационным билетам, моделирующим конкретные ситуации из судебной практики в форме кейсовых задач. Разработана дифференцированная система критериев и специальная компьютерная программа для их оценки. Ряд критериев, таких как, например, стаж работы, результаты квалификационного экзамена, автоматически подсчитываются специализированной компьютерной программой, разработанной именно для этих целей.